сразу сам, что я от души рекомендую всем своему списку. Потому что, конечно, эти несколько факторов наших связей в сфере говорит о том, что фундамент наших отношений состоящий. Я верю, что этот фундамент позволит нам дальше укреплять, развивать наши отношения во всех. В конечном итоге именно духовные культурные связи позволяют сознание людей, да, а это, конечно, пересечение определяет то, как они себя ведут, какие задачи перед собой ставят, и в этом смысле это оптимистично. Сегодняшний вечер.